Андрей, счастье, делает часть 4, но каждый должен, чтобы у матери выбирать качество. Джордж вам по очереди будет говорить, сколько каждому делать темпов. Андрей, едете по прямой линии, будете делать 6 темпов. Анжел, 6 и 4 тоже. Остальные 7 и 5 попробовать. 6 и 4. 6 и 4. Галоп пошире. 4. Очень хорошо, Анжел. Пятку вниз. Не будьте такой пассивный. Надо заставить его медленнее идти. Надо, чтобы он послушалось. Слушай, надо заставить. Остановитесь. Стоп. Осаживайте. Еще раз. Пятку вниз. Медленнее. Еще медленнее. Остановитесь. Еще раз попробуем. Чтобы вы не заставляли лошадь бегать быстрее по ошибке. Таким образом расслабляем лошадь осаживанием. Лошадь смягчается. Чередование прыжков с остановками и осаживанием помогает смягчить лошадь. Не надо просто прыгать большие препятствия. Не давайте лошади срезать угол. У вас нет дисциплины с лошадьми. Вы позволяете им, разрешаете им срезать углы. Вы должны заставить их заезжать в углы. Видно, что вы этим занимаетесь. Расстояние между препятствиями либо 6 темпов собранным галопом, либо 5 темпов побыстрее. Мы делаем 6 темпов. Не разрешайте вашей лошади срезать углы. Лошадь быстро смягчится, если вы будете применять.
применять эти упражнения. Пятки вниз. Дисциплин, дисциплин. Лошадь.